Посевные работы в республике подходят к концу. В Чувашии посажено 850 гектаров овощей. Это 85% от первоначального плана. Овощи крестьянско-фермерского хозяйства Ольги Григорьевой из Ядринского района поставляют в республиканские школы и садики, а также в крупные московские магазины. Сейчас хозяйство посадили 60 гектаров поздних сортов капусты. В ближайшие дни планируют завершить работы. Хозяйство «Сонар», которое находится в Урнарском районе, работает с семенами сои. Хоть ее и выращивают более чем в 60 странах, для нашего региона эта культура в новинку. Поэтому нужно защищать ее от вредоносных воздействий. Мы испытываем новую систему защиты от вредителей и болезней совместно с применением инокулянтов на сое. Инокулянты – это биологический препарат, который способствует симбиотическому образованию клубеньковых бактерий, которые впоследствии позволяют растению питаться азотом на протяжении всей вегетации. Соя – уникальная культура. Благодаря огромному количеству белка ее широко используют в производстве заменителей мясных и молочных продуктов. Спрос на сою традиционно высокий. В этом году здесь планируют засеять 35 гектаров. И если осенний урожай будет хорошим, то площадь посева увеличат.